Гершинович на стихи Городницкого. Стихотворение письмо без адреса и адресата. Внизу проставленная дата. Бессмысленно оно само. Обращено совсем не к той, чей облик строками прославлен, что спит сейчас в осенней лавре. Под парфитовой плитой здесь нам с тобой жестокий суд вершит забытый век вчерашний. Перечитаешь, станет страшно, что посторонние прочтут стихотворение письмо, не требующее ответа. В нем сочетание тьмы и света, как в зеркалах воплощено.